ж сьогодні, дорогі мої телеглядачі, до нашої студії завітала інтелект-тренер Оксана Шевчук. Вітаємо вас в нашій студії. Дякую. З вашою допомогою ми вже навчилися підтримувати будь-яку розмову у будь-якій компанії. Сьогодні будемо розвивати свої креативні ідеї у нашому мозку. Що сьогодні будемо, як за допомогою чого будемо це робити? Доброе утро. Действительно, мы уже говорили о словесной импровизации, это тоже было очень сильно связано с творчеством, да, с придумыванием каких-то новых интересных моментов. Идеи необходимы нам везде в жизни, где бы мы сейчас ни оказались, да, например, мы на предприятии, нам нужно что-то сделать, новый проект, да, как-то его запустить, как это сделать более интересно, чтобы выделиться среди конкурентов. Точно так же каждая мама интересуется, как ей развивать своего ребенка для того, чтобы раскрыть его творчество, да, раскрыть его возможности максимально. На самом деле мозг – это такая же мышца, как и любая мышца нашего тела, и его тоже необходимо и нужно тренировать. У него есть такие свойства, такие качества, как скорость ума, гибкость ума, да, такая выносливость ума. И фокусировка – это тоже необходимое качество для каждого человека. Многие думают о том, что творчество, креативность, да, вот такое вот рождение идей – это для каких-то особенных людей, да, для людей, которые обладают особенным талантом, для людей, которые вот, ну, вот какие-то творческие, ну, например, для вас, да, девочки, которые вот, занимаются в таком, вот, в таком направлении, наверняка вы, да, вот, умеете придумывать новые передачи и все, да, такое вот новое. Но тем не менее, на самом деле, абсолютно каждый человек может быть творческим и гениальным, может придумывать новые идеи. Особенно это важно сейчас. Мы живем в век квантового ускорения. То есть, когда все меняется настолько быстро, что мы даже какие-то идеи пропускаем. Так, не встигаем. Да? Новая модель телефона, новые какие-то, да, там разные гаджеты, новые приложения мобильные, да, и разные, да, такие вот вещи. И предприятия разные, да, вот, вот перед многими бизнесменами, как минимум, стоит такая задача, а где взять новую идею, как обойти конкурентов, как придумать что-то такое, чтобы наша продукция вообще хотя бы заметили вот в этом количестве, да, вот этой информации. На самом деле есть техники, которые легко можно применить для того, чтобы многого достичь. Неважно, на каком уровне творческого развития находитесь вы сейчас, это все можно изменить, и уже после этой передачи я уверена, что, ну, это изменение будет ощутимо. Я хотела бы, чтобы сегодня мы максимально практично провели это время. И первое, что мы сделаем, это сделаем, да, разминку. Как в любом упражнении, да, есть такая вот качество, необходимая вещь, да, это разминка. Что мы будем делать? Во-первых, мы начнем синхронизировать работу наших полушарий, потому что, я уверена, вы знаете, да, что есть правое и левое полушарие. Одно отвечает за логику, второе – за творчество и креативность. Чем более они между собой синхронно работают, тем более мы творчески можем мыслить. Давайте начнем. Первое. Я попрошу вас взять листики, которые я вам дала. На этих листиках мы нарисовали такие… Кожен вот, может взять вот так может, да. Звичайный листок. Угу. Обычный листик, да, берем, на этом листике рисуем okay. 5, да, крестиков. 5 кружочков, можно я больше. Можу показати, можна так, 20, у мене вже є, да? Заготовка, так? Угу. 5 хрестиків і 5 нуликів, да, скажімо нуликів, так, да. Кружечків. Все верно. Теперь я попрошу вас в течение минуты, да, или там нескольких секунд дополнить, на что могут быть похожи эти рисунки, да? То есть крестик – это часть чего? Например, это часть бабочки, да? Вот попробуйте, Виктория. Угу. Крестик, да? Крестик – это может быть, да, например, коляска для ребенка. Это может быть что? Это может быть… Чашка с мороженым. Да, у меня будет стаканчик. Стаканчик, да, это может быть метелик, да, вот как мы уже сказали, на бабочку это может быть похоже. То есть добавлять можно все, что угодно, любые элементы к этому рисунку. И мы получаем как раз, да, саму эту картинку. Вот, например, в детстве я так рисовала кошечку. Да, можно даже делать это так сейчас. А? И кружочки тоже их дополняем. Да, например, а мы поєднуємо кружечки з хрестиками чи ні? Можна не об'єднати, взагалі віддельно. Ага, окремо хрестики, окремо кружечки. Да, Ідея вже проявила фантазію. Да, то есть, ну, гораздо… Чем быстрее мы это делаем, тем лучше. То есть, смотрите, что очень интересно, спонтанность и такая легкость нашего мозга, она как раз и помогает нам вот генерировать как можно больше этих идей, да, и каких-то таких мыслей. Когда мы начинаем уже вдумываться, мы включаем левое полушарие нашего мозга, которое ответственно за логику, ищет какие-то связи. Мы просто, да, вот что мы увидели в этом рисунке? Мы могли увидеть глаз, да, вот. Причем, что интересно, чем младше человек, да, вот дети, им гораздо проще. Они видят гораздо больше, чем видят взрослые люди.
На якийсь страшний. Боже, в мене з малюванням чоловічок зовсім все вийшов. Погано. Тут іміється. Іноч, поки не одна така щось. Що получилось у вас? Давайте посмотримо. У мене щось одні квіточки. Ой, тут можна ще таку, як яєшеньку зробити. Да можна взагалі що угодно. Можна нарисувати плаття. У мене якийсь такий чоловічок вийшов трішечки. Так, він не обов'язково, що це маленький должен бути рисунок. Правда же? Він може бути наскільки угодно большим. Ага, это может быть, еще да. Оно. То есть да, то творчество совершенно не ограничено. Сначала вы начинаете, вот понимаете, смотрите, сначала наш ум действует по инерции. Что такое инерция ума? Это когда мы приехали из отпуска, да, и начинаем искать в кармане нового пальто, да, карманы на том месте, где у нас было в старом. Да, то есть это психологическая инерция. Вот здесь, вот делая такие упражнения, мы стараемся уйти от этого. Угу. Угу. Який страшненький чоловічок у мене вийшов. Ну, що-то вийшло, правда? Ну, так. Да. То спочатку було трудніше, але по мірі того, як ми писали, да, становилось вже фантазії вийшло. Мені цікаво, які фантазії, які взагалі можуть вийти із цього креативні ідеї. Щось якось поки ідеї можна скільки угодно. Здесь у нас що ми даємо? Здесь ми ще, отлично, це розмінка для мозку. Да? Тобто, що ми бачимо? Вот кружочек, да, чим отличається творчий чоловік, чоловік такий, да, який щось знаходить, он живет в той же среде, что и мы. Но когда он идет по улице, вот в том, что мы ничего не замечаем, он замечает что-то. Вот это как раз позволяет нам научиться замечать за простым кружочком нечто большее, да? И за каким-то простым событием. Да, что я напомечала? Зараз, две секундочки. Она еще помечает. Можно посмотреть. Ой, я так помечаю. Зараз. Я же сказала, у меня трошки... Не дуже. Вот смотрите, что мы сейчас видим, что мы сами себя, у меня не дуже, у меня там еще что-то, у меня не очень хорошо с креативностью. То есть это что? Это установки, с которыми мы добрались до этого дня. Вот эти установки нужно убрать. Вика, да, дивись. Это... У нас однозначно, у каждого є. Ну, малесенька. Я не знаю, мене щось малесеньке. Я ой, просто думала, що мені необхідно зробити малесеньке. Букет, да? У мене тут є квіточка конюшини. У мене тут є букетик. Я думала, то сніговик, якщо чесно. Ні, сніговик під низом, а ось квіточка конюшини. Все. Все воно. Ось у мене є букетик, ось у мене є цукерочка. У мене є піщаний годинник. Оце в мене мав вийти котик, отакий, який у нас тут лежить, але котик вийшов трошки з вушками, не такими. Квіточка. Оце, знаєш, дивлюся зараз відображення від цього, дуже схоже на унітаз, але це не унітаз, це циліндр. Шляпка така. Оце думаю, мала бути ваза для квіточки, яка зверху. І сніговичок. Потрясающе. Супер, да? Вот смотрите, то есть таким образом мы учимся замечать то, что не замечают другие. Заметьте, идеи были совершенно разные. У кого-то цветочки, да? Ой, можно было сделать, да? Яешенька. Яешенька, боже, какая прелесть. Ось видно, кто омлет и трискает еще ранку. Да? Ось так. Собачка вот эта, да? Це... Не знаю. Хай це буде шуршавчик, який був минулого разу. Який шуршавчик? Боже, який це він. Тепер ви можете його побачити. Всі, хто нас дивилися ще минулої програми. А хто не дивився, має змогу передивитися на нашому каналі у YouTube. Так, і зрозуміти, хто такий шуршавчик, то ви тепер його бачите. Ось він, бачите, такий красунчик взагалі. Супер. Еще очень хорошо для синхронизации межполушарных связей писать двумя руками. То есть вы можете делать непривычно. Вот попробуйте двумя руками одразу? Написать, например, да, мама. Написать слово мама, да, или там любое другое слово. Двумя руками одновременно. Одразу? Да, два слова мама будет писаться. И как-то бы вышло? Как идет, происходит, да, процесс такой, как же это сделать? Отлично, да? То есть как сработало? Писать мама в одну сторону. Дай мені можна ручку, я також хочу. В разные сторони, да, написать можна. Зараз изнутри наружу, одна рука будет писать. В правильном, да, направлении. А мы на все в одну сторону. Слева направо, да. Другая будет писать, например, справа налево. Угу. Ну что там? У меня вышло. Отлично получилось, да? Это один вариант. Можно написать двумя руками в разные стороны. Можно писать как угодно. То есть смотрите, что происходит в нашем мозгу. На самом деле доказано учеными, что наша гениальность – это не какое-то особенное строение мозга.
Эйнштейна мозг сохранили, и в течение 80 лет не могли ответить на вопрос, ну, по размеру, по какому вообще качеству он отличается от мозга любого другого человека. Современные технологии помогли узнать, что главным отличием от среднестатистического человека было количество, наличие большого количества межполушарных связей. Так вот, благодаря этим упражнениям вот, формируются новые связи между полушариями, между вот, правым и левым, и благодаря этому как раз и формируется возможность генерировать как много новых идей. Давайте еще одно упражнение выполним. Напишите любые четыре слова. Абсолютно будики. Любые. Вообще, будь какие. Желательно существительные. Ну, я тут уже не знаю, на кілька їх пишу. Ну, добре. Ну, хорошо уже, да. Є. Так, есть? Чомусь мені хочеться так. Теперь смотрите, по любому абсолютно критерию, который вы придумаете сами, уберите одно из них, посчитайте, что оно лишнее. Давайте я вам приведу пример, чтобы вы поняли. Например, я беру четыре слова. Ну, например, какие? Окно, собака, облако, ну и дверь. Да? Вот четыре слова. И я решаю, что лишнее у них, например, облако. Почему? Ну, потому что его, например, в дом нельзя занести. Да? Ну, предположим. Или там собака, окно, дом. Собака, окно, дом. Они у меня все с буквой О, да? Тут нет лишнего. Ну, то есть, лишь бы, может быть, какая-то буква. Просто я визуально, да, сейчас их не вижу. Какая-то буква, может быть, в тех трех есть, в четвертом нет, да? Может быть, такой критерий. Абсолютно любой. Вы сами придумываете этот критерий. Так? Да, и вы вычеркиваете одно слово, которое считаете лишним в этом количестве. Да, отлично. И сейчас объясните критерий какой, Виктория. Чому саме я викреслила це слово? Так, які чотири слова? Так, у мене була сукня, краса, ранок, каблучка. Ранок я вирішила викреслити, тому що сукня, краса, якось все краса і каблучка до дівчини відноситься. Прекрасно, да? Вообще, совершенно неважно, да? Вот наш мозг, он устроен так, щоб знаходити какие-то связи, да, і разные какие-то вот логические такие вот цепочки. Іно, давай здивуй. Цукор, лелека, іграшка, сова. Сова полетіла далеко. Чому? Ну, я вважаю, що у цій дитячій тематиці сова – це вже така доросла пташка, з Олекою вона не товаришує. А цукор – це яка іграшка, мені цікаво? А цукор дітки люблять. Отлично. Хорошо, то есть можна далі тренуватися з цими же словами, наприклад, а тепер по другому критерію брати одно друге слово, да? Найти другое критерію. З трьох чи з чотирьох? З цих чотирьох, опять. То есть тепер брати друге і знайти, по якому критерію його можна обрати. Цукрик. Цукор, дійсно, отлично. Да. Тому що лелека, сова, пташки, а є іграшки такі, як лелека і сова. Отлично. А я каблучку викреслила. Тобто в нас сукня, краса і ранок. Значить, зранку дівчина красива і в сукні. Отлично, да? Головне без каблучки. Головне без каблучки. Что самое важное еще заметить в генерации идей? Я хочу, чтобы мы немножечко вернулись назад. То есть первое, мы должны позволить себе быть творческими, креативными, придумать что-то такое, что, возможно, нелогично. Почему это важно для нас, да, для взрослых людей? Потому что нас воспитывали, говорили, ну ты будь взрослым ребенком, да, будь реалистом, будь серьезным, ну что ты придумываешь какую-то ерунду? Так не бывает. И эти блоки, даже если мы сейчас думаем, что их у нас нет, они прочно сформировались в нашем мозгу. Поэтому сначала мы говорим себе, я позволяю себе быть сейчас творческим, креативным, смешным, каким-то, да, нестандартным. И я буду придумывать, мне это нужно сейчас, мне это нужно для того, чтобы придумать что-то новое, для того, чтобы вот в моей жизни это сейчас необходимо, да, то есть первое, это разрешение. Дальше, когда мы придумываем идеи, сейчас мы начнем это делать уже, да, уже более такой серьезные практические вещи, когда мы их придумываем, очень важно потом пройти через три фильтра. Первый фильтр – это фантазер, когда мы придумываем все подряд, то есть вообще ограничений нет, все возможно. Мы не ограничиваем себя ни финансовыми, ни территорией, даже вот мы можем в космосе, да, существовать то, что мы придумаем. Второй момент, да, вторая ступень – это реалист. Реалист, а что, как это реально можно осуществить? Да, вот я придумал, классная идея, как я ее могу реально осуществить? И третья ступень – это критик. А если у меня не получится? А если это не так? Да? И вот таким образом вот эта сгенерированная идея, она позволяет отфильтровать те, которые сейчас не подходят, найти самые лучшие и продумать, как это можно выполнить. Сейчас мы с вами, да, потренировали, немножечко включились, да, сделали такую разминку для мозга. Давайте я вас сейчас научу одной технологии, и которая, я уверена, абсолютно каждому из вас будет полезна. Их очень много, но это такая вот максимально практичная, на которую сейчас мы можем с вами попробовать. Называется она «Совсем не то». Совсем не то, да. Совсем не то. Совсем не то, да. Предположим, вам нужно придумать новую передачу для молодежи.
Да, задача. Во-первых, еще очень важно правильно и коротко и четко сформулировать задачу, которую мы решаем, для которой нам надо творческие идеи. Любая абсолютно, да, там, например, увеличить продажи, придумать новый продукт, да, создать новую передачу, придумать новую игру для детей, которая будет, да, заинтересует, чтобы они лучше развивались. Придумать какие-то подходы в выступлении, да. Что-то еще такое. Ну, давайте вот как пример приведу. Мне нравится одна девушка, которая готовила публичное выступление, да, вот как раз пересечемся с предыдущей темой. Ей нужно было победить в студенческом парламенте, она хотела стать председателем студенческого парламента. Она была первокурсница в новом городе, незнакомая совершенно никому, но ей очень хотелось победить. Что она сделала? Она придумала. Она взяла грабли, да? То есть, казалось бы, не связанные вещи, совсем не то. Принесла на выступление и провела выступление таким, в таком ключе, что мы все наступаем на старые грабли. Давайте же себя как-то ограничим, да? И я вам гарантирую, что вы больше никогда, если выберете меня, на них не наступите. Да? То есть, ну, это уже так утрировано и коротко. То есть, смотрите, совсем не то. Грабли, выступление, студенческий парламент. Но они ей помогли победить. То есть она выиграла с большим отрывом от кандидата, у которого уже был опыт, которого уже все знали, у которой, ну, действительно имел гораздо больше шансов, 98% шансов победить. Но ее такая креативная, интересная идея помогла ей выделиться, да, среди конкурентов. То есть идеи нам необходимы везде. Надеюсь, вас убедила. Не только там где-то, да, в отрыве, там, от, там еще чего-то. Смотрите, совсем не то. Нам нужна идея для того, чтобы создать передачу для молодежи. Мы находим что-то, что вообще никак не связано с молодежью, да, и, ну, вообще, вот, казалось бы, ну, вообще не то. Ну, предположим, давайте найдем, где это. Это не молодежь, взрослые люди собираются, да, возможно. Может быть, это церковь, да, может быть. Так. Угу. Еще что? Давайте подумаем. Совсем не то. Совсем не то. Угу. Молодь добирается. Казалось бы, нет, это не департамент молодь. ЖКХ. Вот, департамент ЖКХ, предположим, да, там взрослые женщины, да, там мужчины, такие какие-то, очень даже подходящая мысль. Вот давайте, запишем, во-первых, нашу идею, идея для передач. Для молодежи самое главное, придумать креативную какую-то тусовку. Мы берем совсем не то, да, департамент ЖКХ. Либо можем, да, еще какой вариант, да, там, ну, например, церковь, туда тоже старушки ходят, там вообще не весело, начнем с этого, да, что это не веселое, не креативное. Ну, как-то, департамент, да? ЖКХ мне больше подобается. Департамент ЖКХ мне тоже. Теперь давайте так, вот мы взяли департамент ЖКХ, то есть совсем не то, правда же, казалось бы, вообще. Какие у него характерные особенности департамента ЖКХ, что там есть вообще? Просто описываем, сейчас не связываем с нашей передачей, что там есть? Паспортист. Паспортист, супер. Угу. Видно, кто паспорт оформил. Что еще? Что еще вообще там есть? Да? Что у них? Черги. Очереди есть. Техпрацівники. Технические работники, так. Еще. Все-все-все вспоминаем. Что там есть? Вот чем, лопаты. Лопаты. Угу. Какие-то материалы, да, вот, инструменты для. Что еще? Там еще есть. Бабуси. Бабушки, бабушки, да. Обычно это картотеки какие-то, да, там, наверное, да, там не компьютерной техники, такого ничего нету. Картотеки, карточки. Еще. Боже, скільки всього це якісь негативи, там завжди там сваряться. Чимало оцих табличок, стендів. Да. Про охрану, там здоров'я, ще чого-небудь, да? Так. Угу. І що ж то? У моєму ЖКХ більше нічого немає. О, там є такі стільці, знаєте, ще там... Так, часів, воєнних часів. Да. Стільці, столи є, якісь решетки, може, да, железні. Да, да. Старі меблі. Угу. Отлично. Теперь напротив каждой позиции, как эту позицию мы могли бы реализовать для идеи креативной тусовки для молодежи? Поехали. Паспортист. Да? Что мы можем придумать? Паспортист. Ну, можем створить рубрику по оформлению миграционных документов для молоді. Ну, это будет смешно, весело. Это корисно. Но это только полезно. Мы хотим веселую тусовку, интересную. Да. Паспортист. Угу. Паспортист. Що тут? Ну, подорожувати світом – це весело.
Да, може, будемо видавати якісь цікаві паспорти. Да, вот, отлично. Якісь креативні. Супер. Какие-то креативні паспорта, да? То есть оформить документи на этой тусовке. Тусовка, да, где каждый будет иметь какой-то свой суперпаспорт, поставить какую-нибудь, например, фотографии, да, например, можно делать со смешным изображением, вот как, знаете, вот эти вот разные, ты заходишь, вдвоем кривляешься, да? Вот, какой-то документ, да, присутствие на этой тусовке. И навіть можно имя інше там. Имя, можно придумать какую-то печать, которым будем ставить людям, которые побывали на этой тусовке, да? Угу. Какие-то особенные, может быть, у них будет страничка для Фейсбука после того, как они тут побывают, да? То есть какой-то выдачу им какого-то сертификата электронного в смешном виде, да? Как типа паспорт, что ты тут вот был. Уже интересно, да? Уже что-то интересное можно родить. Хотя, казалось бы, ну вообще, да, идеи первые даже были немножечко такие вот сложные, да? Вот куда-то отправить. Я сейчас просто дивлюсь на наступную позицию черги, и мне интересно. Черги, да? Как мы можем реализовать чергу? Да? Может, во-первых, какая-то игра быть? Я би зробила у черзі роздачу безкоштовних коктейлів, роздачу подарунків і всім свято, вікторини, лотереї, і кожен, хто тисячний у черзі, отримує цікавий паспорт. Отлично, то есть построить какую-то очередь. Люди заходят, когда на нашу тусовку, да, они регистрируются, и у них получается номерок в очереди. Благодаря этому розыгрыши можно, да, еще что-то. Например, цифра твоя в очереди и твой гороскоп на сегодня, или, да, там, нумерологический прогноз на сегодняшний день, еще что-то, да. То есть на самом деле вариантов вы можете найти огромное количество, только рассматривая таким. Следующая позиція. Так, далі у нас техпрацівники. Техпрацівники, отлично. Я б зробила флешмоб. Техпрацівники у своїй робі з лопатами танцюють якийсь станок. І причому кожна передача йде какую-то, ну, наприклад, ой, це можна техпрацівник. Вокально-інструментальна група, і ми такі, типу, на лопатах. Да. Или, например, каждая, ну, это же не один раз будет тусовка, да, это можно сделать передачу, которая будет какой-то... Будет они будут разные, да, они могут быть новые песни, они могут быть разные. Один раз это, да, там, например, колхозники, которые, да, другой там механизаторы, третий раз, да, там какие-то технологи, да, там четвертый раз это какие-нибудь, которые делают, утепляют здания, да, там ремонтируют крыши. Девчатка, мы с вами так креативали, что бачим уже наши телевизионные новини Миколаевщины стукают в иконечко. Залишається всего одна хвилиночка, пані Оксаночко, від вас порада для наших глядачів, як можна все це узагальнити, усі ці знання і створити креативну ідею. Отлично, благодарю. Действительно, все, что вы получите в итоге, да, вы пропускаете через три фильтра, которые у нас есть, да, реалист и критик, и находите, каким образом это можно реализовать. То есть все зависит от того, как четко вы сформулируете идею, насколько вы будете творчески, да, подобраны. То есть идея везде, вы можете взять любое животное, да, описать его качество характера и дальше уже придумывать, как это можно реализовать. Вот. То есть вот таким вот образом есть разные упражнения, которые как раз и помогают это сделать, да? То есть сегодня, я думаю, что у вас появится новая идея для того, чтобы так, что-то добавить. Сегодня на плануванні наш режисер Душі. Ми дякуємо нашій ранковій гості, інтелект-тренер Оксана Шевчук сьогодні завітала до нашої студії,